Состав общественной палаты Красноярска сокращается, но не так сильно, как предлагали городские власти. Вопрос сегодня рассматривался на сессии горсовета. По инициативе мэрии состав палаты должен был уменьшиться с 28 человек до 15, что вызвало бурные споры депутатов. Народные избранники посчитали это попыткой сделать палату провластной. Якобы представители общественных движений потеряют большинство, и оно отойдет назначенным мэрией людям. В итоге, после долгих обсуждений, горсовет пришел к компромиссу. В палате останется не 15, а 21 человек. Из них 7 кандидатов от администрации, 7 от депутатов и еще 7 от общественников. Еще из новых решений для эффективности палаты предложено финансирование. До этого орган работал бесплатно.